Когда вы зачнете ребенка, у вас здоровье начнет улучшаться с каждым днем. Страх, связанный с зачатием, является злой судьбой. То есть само по себе зачатие и рождение не является злой судьбой. Злая судьба — это прийти к этому вопросу. Вам тяжело на это согласиться, потому что вы испытали с прошлой жизни определенные проблемы с рождением ребенка. Он, по-моему, погиб в раннем возрасте, что-то такое. Вы испытали сильный стресс с рождением ребенка, и сейчас это на вас давит вам на мозги. Вот. Но надо это пересилить. Плохой период, как вы говорите, правильно был. Он сейчас уже закончился. Это уже позади. И надо уже готовиться к зачатию ребенка.